Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы озвучиваем занятия, которые я вел в Потеряевке с 91-го года. Так, в лагере, в других местах, не в храме. Поэтому тут называются имена для потеряевских и люди, которые приезжали с других деревень. По названиям, по каким-то. Сейчас, ну давай, что-то у тебя не так. Предчувствие. Иногда говорят... Как чувствовал, что не надо там быть, и вот спасся. А вот такие так-то были, и если бы, то был бы уже мертв. Особенно в этом материнское сердце вещует. Женщина больше чувствует, потому и бывает чаще обманута, ибо разум отсутствует в то время. Мужчина больше действует разумом, если он не пропит. Рассчитывает, анализ делает какой-то и доводит иногда дело до конца. Но все в таком случае плотское, временное, не духовное. А надо бы иметь и то, и другое. Говорят о женщине. Иметь и то, и другое. Ты и то-то зачем выкинул-то? Я сказал. Да, сказал, ну ладно. Говорят о женщине. Мужеский дух разумения. А если о мужчине разговор, то чувствительный характер. Это должно очень гармонично все сочетаться в человеке. Когда начал готовиться к этой теме, то заметил, что взять ее не могу. Многие звенья отсутствуют. Трудность еще и в том, что этого слова в Библии вообще нет. Что я могу сказать, если Библия молчит? Если Бог молчит. Если Бог молчит. Так Самуил, отвечавший всегда попрошавшим, тут не знал, что сказать, кроме угрозы. И да сбудутся самые худые и тяжкие предчувствия царя Саула, 1 Царство. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мной, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Пятиездры. «На круг земной пришли уже бедствия, и вы прибудете в них. Бог не избавит вас, потому что вы согрешили против Него». Вот оно где. Не избавит ни от бесов, не изгонит ничего. У согрешающих против Бога постоянное чувство, предчувствие грядущей беды, какой-то неизбывной. Все ждешь чего-то. И мальчики кровавые в глазах. Борис Годунов, Пушкина. Стал думать, под какими другими названиями это слово. Явление встречается. Меняется со временем язык, обычай, но Библия не меняется. Например, люди говорят: «У меня апатия сегодня». Но в Библии нет такого слова. Уныние есть. Святые отцы очень много об унынии говорят. Отчаяние. Такие слова мы находим. Если ты согрешил и тяжко, то подходит безразличие. Все, мне не спастись. Пропал я был верующий. Куда меня занесло? Как я в такую яму свалился, никогда мне уже не выйти. На эти вопли души святой Нил Синайский говорит так: согрешить — это дело человеческое, а отчаиваться — дело сатанинское. Согрешить — это свойство человеческой природы, а чтобы почувствовать, что ты навсегда отвергнут Творцом, и Он тебя ни в коем случае уже не примет, это свойство падшего духа, сатаны. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас. И это тогда, когда делаешь милостыню. И это на каждый день среди нас. Когда мы думаем, меряем все мерками мирских людей. У меня сын хороший, я никого не обманул, не убил. За что же меня Бог будет судить? Мне и церковь незачем посещать, с бабками там стоять. Предчувствие — это когда чувства опережают события, наперед являются. Случается, что у одних это чувство отсутствует, у некоторых слабо развито. Но чтобы совсем отсутствовало, этого нельзя даже предположить. Это наши занятия не в церкви. Эти наши занятия не в церкви, где не принято называть имена людей, то есть братьев наших, провозглашать их грехи. А здесь я называю все открытым текстом. Здесь идут занятия тематические. Когда же необходимо назвать врагов, их дела, их образ жизни, тогда Иоанн Златоуст подряд называет именно Евтропиев и Диатрефов прямо в церкви. Если человек верующий, то ему не нужно смотреть, родственник ли твой или совершенно дальний человек, он есть нарушитель заповедей, и ты его лечи, не бойся, когда его обличают, свою корпоративность забывай, чувство без доказательств. Но есть всеохватное тревожное чувство, и оно есть как у святых, так и у грешников. Человек говорит: «Как знал, что будет такое событие, и меня там захватят». Это чувство, основанное на знании, огромном опыте и молитве. Один из моих братьев пил и покушался на свою жизнь. Мать спит дома на русской печи. Время около 2 ночи. Вдруг она соскакивает, в темноте открывает сени, потом ворота в пригоне и бежит в баню, которая стоит от дома метров на 50. Там она включает свет и видит, что сын ее висит в петле. Это моя мама, моего брата. Представьте, среди ночи, в 2 часа ночи, она еще ничего не понимает. На крюке деревянном. На крюке деревянном. На крюке деревянном, на котором я шкуры овечьи выделывал. И он только что похищен бы был. Мать хватает тут лежащий топор и бьет по крюку, и тело падает. Что побудило мать, уставшую от тяжких трудов, спящую среди ночи, вскакивать и спасать чадо свое? По братовой жене родственник после неудачной операции сделал себе пистолет и в кабинете начальника в другом районе застрелился. А его мать в это время, едва не теряя сознание, падает на стул и плачет. И через... Убирала у начальника и вдруг бросила убирать, села и заплакала. А что плачешь-то? А, не знаю. Это тетка родная матушки Людмилы. И через некоторое время ей приносят телеграмму. Расстояние не играет роли. Когда я был в Америке в июле-августе 1992 года, в это время приехал сюда на поселение. Якобы отец дружинина... Приехал на поселение якобы. Якобы отец дружинина Мити Геннадий Петрович. Батюшка наша говорит, что как только его увидел, так и сказал. Нехороший это человек, беду нам принесет. Так и случилось это. Это же сам отец Аким сказал и о Вере Федоровне. Она совсем другой человек, но о ней то же самое предчувствие. И об этом было сказано. Однако... Им конкретно этим людям. Однако же не предприняли они ничего, чтобы это не сбылось. И когда бы не было собрания, она всегда встрянет, и ни разу еще не было, чтобы она была на положительной стороне. Кандидат медицинских наук, хорошая женщина. И вдруг такое полезло из нее, даже сказать не надо. У батюшки был жеребец, но не было управы, ее надо было кастрировать. Кастрировали, она узнала, врач, и 2 сестры еще к ней приехали, как она поднялась на батюшку. Потом света что-то не было. Что я взбрела она? Я сейчас возьму, я замкну везде, чтобы у всех перегорело, у других есть, у меня нет. Я говорю, сейчас посмотрит электрик-то. То есть совершенно нет. А почему? А она была приверженность Ивана, это Иванова, Порфирия, обливать себя водой за ходем городка. И в этом не покаялась. Предчувствие батюшкина сбывается. И ее 2 сестры как будто бы и в храм ходили, а потом делаются недружественными из-за пустяков разных. Ни уважения к священнику, ничего нет, но гнут свое. Ее батюшка еще и не знал, а только взглянул и сказал так. Есть еще такие люди, о ком это сказано. Я же думал, что беда может быть, если где-то Виталий с Николаем Келячком столкнутся. Оба с собой не руководят, но батюшка указал на Петю Калашникова и говорит, вот где главная беда будет. И тогда еще ничего и не было, жили так дружно. Понятно. А теперь в нем сатанинская ненависть вспыхнула к Игорю и к Алексею, и к батюшке, и ко мне. И не остановится на этом беспределе. Прошу принять во внимание, что когда батюшка что-то говорит, мимо не пропустите. Лично мне он это говорил. Огромная беда идет отсюда, и указал на дом родной сестры. Я этого не видел. Позже я это увидел. У людей злобных это чувство сожжено, но оно было. Бог с грешниками не имеет дела, и они свой талант зарыли, второй припоминал. Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя!» И перестал пророк, сказав, «Знай, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Притча. Это знаю, да не знаю, это слово-то знаю, право говорит, тут другая интонация должна быть, дальше. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Первое царство. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь город. В плен попал ковчег. Илий пророк предчувствовал, что беда грядет. Вот так. Апостол Павел почувствовал, что будут испытания большие в Иерусалиме. Или вот ты решил переехать в Потеряевку и предчувствуешь, что жена у тебя безумно ревнивая, что тебе и это святое место не принесет отдохновения, будет настоящий ад. Другой переехал, наоборот, в Корчино, чтобы детей своих учить. И не было предчувствия, что дети его вырастут безбожниками. А если бы было предчувствие, то ты бы никуда отсюда не поехал, чтобы ради детей будущего и самому быть среди верующих. Предчувствий нету злобных, ибо они, когда идут мимо двух, где конфликтный разговор, то мгновенно, даже минуты не прислушавшись, о чем речь, становится на левую сторону. Проходит мимо Вера Федоровна, а я разговариваю с Настей Деяновой, и сразу: не ругай ее, она хорошая девочка. Она не так, понимаете, она где-то говорит: не ругай ее, она хорошая девочка, проходит мимо. А меня как раз Настя остановила, чтобы попросить прощения за то, что она допустила глупость, сказав, что ее брат Максим тут якобы заболел. Она учится в это время в университете, это студентка. Хотя он заболел дома через 2 недели после окончания лагерного сезона. Когда мне говорят на это: ну она же не знала, о чем вы с ней говорите, то отвечаю: да, не знала. Но если она верующая, то Бог мог бы положить ей на сердце, что она на стороне неправды стоит. Она с ложью напрямую идет, а это значит не с Богом. Дело-то не в знании, а в духовном состоянии человека. Ты бы мгновенно только воззвал: Господи, как поступить? И тут же получил бы на язык ответ. Но если постоянно ты оказываешься на левой стороне, то есть там, где и лукавый, то что я могу думать? Конечно же, то, что ты полон предчувствия, ты просто не знаешь этого тихого веяния ветра. Тебе что, нужно каждый раз посмотреть плотскими очами? Грубые натуры они понимают только так: дай мне видимого Бога, дай мне чудо римского папу, а я буду считать непогрешимым его, и будет... Год метунс, Бог с нами. Одним нужен Гитлер, другим Ленин, Сталин, но только не духовный вождь, а чтобы, как у других народов принято, первое царство. И сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Столкнулся я с Верой не раз, и еще это будет, и я на практике узнал ее опасность, злые нападки. А батюшка этого еще ничего не знал и уже дал характеристику. Это не только опыт духовничества. И будут эти люди любое поганое интервью давать, как прошлый год зашли корреспонденты собеседника к Пете в дом. И уже им выдали, как будто их сюда заманули, чего-то им не додали. Предчувствие очень сильно развито у святых, но и от них иногда Бог отнимает его. И так было с Елисеем, 4 царство. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. Эта Вера прошла, я ее вернул. Вера Федоровна, подойди назад. Так, зачем ты сказала, что не обижай ее, она хорошая девочка? Ну да, но я вижу, что вы ее ругаете. Знаете, скажи теперь ты ей: я тебя ругал? Да нет. Я сама к вам подошла, спросила, и потом вот это сказала. Ну, я не знала, и опять нет, подожди, ты-то не знала, а Дух Божий. Священник говорит пакости на меня. День, два, три, месяц, другой. Потом мы останавливаемся. Он говорит: ой, я сейчас узнал, да вы совсем не такой, как я говорил. Ну, ладно, ты не знал. Неправильная информация, так бывает. Но ты же в алтаре стоял, у престола, руки поднимал. Почему у тебя связи с Богом-то нету? Я о другом говорю шаге-то. Что говорил, не говорил, меня это не касается. Но ты-то понимаешь, под каким водительством ты находишься. Вот мне сейчас нужен, ну нужен или не нужен, там просят о Георгии Кочеткове в Москве сказать. У меня столько данных, но и все еще недостаточно. Мне нужно выстроить конкретно. Написано у них там, да мало ли что написано, может быть это не он писал совсем. В интернете много там Дворкин говорит: о, если Дворкин говорит, делай наоборот все. Это такой хусей, он наведет тебя на грех. Что дальше-то? Мне нужно знать, вот это подтвердили, так или не так. Действительно, они не верят, что из ребра Адама Ева сотворена. Вот это уже вопрос. А они нет, говорит, нет. Это там с кем-то, с каким-то приматом совокупился Адам, и получилось там Ева. Неужели так было? Они, может, говорят: да мы никогда не говорили это. Поэтому я говорю: не знаю. Не знаю, информации у меня недостаточно. Мне нужно личное общение, и притом не с теми, кто у дверей стоит, а которые близкие помощники, а лучше всего с ним. Конкретно. И желательно в письменном виде. Выведите меня на отца Георгия, чтобы они вот... Или сами узнаете это, так это или не так. Если это ересь, значит, разговаривать не надо. Сразу запрещать и... До свидания. Горе той женщине о смерти ее сына не передалось мне. Так было и с Иоанном Златоустом. Рукополагал их епископы, и они вскоре же против него поднялись и свергли. Оставил после себя одного митрополита Севира, И тот не захотел Иоанна позапустить обратно, когда он вернулся из командировки, уже провозгласил себя главой. Вот, конечно, даже невероятная, кажется, вещь, что стучит в дверь, я приехал, нету. Подобное было и с Саввой Священным. Строго отбирают монастырь, проверенные монахи. Но вот 40 братьев поднялись на своего Авву, желая его смерти. Смерти желая? Караулит убить его? Он покидает их, думая, что не одумается, не видя его лица, утишится. Но когда он снова в свой монастырь, основанный им, вернулся после той бури, оказалось, что они тут не спали. Они же посчитали, сколько за Савву и сколько за них. Это всегда так делают. На этот раз таких было уже 60 чернорисцев. Вот как? Смута начинается где-то, революция-то, Ленин-то ни при чем тут. Тут у нас был милиционер Сексот, и он тоже все время считал, сколько за него. И люди эти обозлились, караулили Савву, чтобы лишить его жизни. И точно так и здесь Саша подсчитывал за меня Калашникова и называл всех, кому в дом ходил, кто его баюкал, льнул к ему в машину. Теперь Саша Дмуха, Дмуха Саша. Теперь эти подсчитанные силы зла нечеловеческой рукой выметены, и стоит тут благостная тишина. Теперь эти смутьяны говорят... Пустые дома, заросло все, и никто не выгонял их, сами. На все тяжкие грехи пошли. Теперь эти смутьяны говорят, но мы же не знали, что он такой развратник будет, что он такие подлости будет делать, и мы с ним пострадаем. Верю. Но почему же предчувствия у вас не было ни на йоту? Почему вы покинуты были Богом? Это вам возмездие за злобу и ложь. Я же тогда вас убеждал, отойдите от этих людей, ибо кончина их будет страшная и неожиданная. Потому мы молимся, что Бог дал нам мир и покой со всех сторон. Псалом 82. Боже мой, да будут они, как пыль вихри, как солома перед ветром. Мы молимся только так. Прости их, Господи. Мы не можем вместе с Давидом молиться, залей их глотки поганой в аду. Псалом 30. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же ада посрамятся, да умолкнут в аде. Из врагов этих сделай друзей. Иногда во сне вскрикнет, рассказывая другим. Что же это такое? Душа метется перед путешествием, перед женибой. Душа метется, мучается и не знает, что это за тоска смертная. Ведите дневники. Душа писки сдает, расшифровка идет только на молитве. С опытными наставниками. Иногда думает, может это от сатаны, а если это голос, предупреждающий тебя, премудрость. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее. Знает тонкости слов и разрешение загадок. Предузнает знамения и чудеса, и последствия лет и времен. Иногда сами люди толкуют сон, как бы сердце их предчувствует беду судей. Другой сказал в ответ ему, это не иное, что как меч Гидеона, сына Иосава. Израильтянина предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Во сне увидел хлеб, как калач катится и бьет в их палатку. И вдруг такое интересное толкование, как бы не имеющее отношения к делу. Это Гидеон, как наши в Чечне, не успеет еще на порог грозного подойти, уже от ужаса разбегаются. И одни трупы катятся туда. Оттуда. Казалось бы, что тут особенного подмигнуть глазом, но Сирахов, кто мигает глазом, тот строит козни, и никто не удержит его от того. Когда увидишь, как другой подмигивает, то на душе неприятный осадок, предчувствие заговора. Так и о блуднице сказано. Заговор это когда болеет что-то и бабка нашептывает, а заговор это мятеж какой-то, разница-то большая от ударения. Заговора, да. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его, Сирахов. Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее. Так что же, ей теперь не смотреть на людей, да она и без поднятия ресниц свое дело сделает, что надо. Притча. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Не нужно думать, что все, кто подмигивает, тот и коварный. Но коварный уже вооружен этим оружием презрения к другому, и твое сердце должно предчувствовать беду от него. Эти люди хитры и изворотливы. Так в газете пишут о том, что есть главное. Главное, как вопрос поставить, какие слова наперед. Вот на меня нападает один там... как бы священник называется, и все говорят, как он лукавый, какие слова, как он глаза заворачивает, как говорит, что... выражение лица уже свидетельствует, что тут что-то не в порядке. А вы предчувствовали это? Да, я говорил и другим говорил, которые рядом. Но что-то в этом человеке есть такое скользкое. Вот. И самое опасное вот это, когда они скатываются в определенное, сколько людей тут, определенная, как говорится, когорта, как я называл, кодла, где-то, и тогда видно будет. Особенно вот миссионерские отделы. Самые грубые, самые невежественные, что-то из себя представлять пытаются. Этому нельзя научить миссионерству. Нельзя. Ты можешь опыт перенимать. И ходить только подвое, не кучей, табором. И как они говорят, смотришь, какие же они. Люди, он презирает, с кем разговаривает. Ты поговори, открой ему глаза, чтобы он увидел, что там, где ты, там лучше быть. Не знает этого. И нужно думать, что все, кто подмигивает, тот и коварный. Но коварный уже вооруженный. Вот и считали мы. Ага. Так, в газете пишут. Пишут о том, что есть главное. Главное, как вопрос поставить, какие слова наперед. Была декомиссия из Синода Патриархии в другие монастыри. И вот в одном они заметили, что монахи во время часов стоят на паперти и дымят папироски. И их спросили, разве вам Патриархия разрешила это? Мы писали и спросили, можно ли курить во время молитвы, и что же? Нам ответили, что нельзя. Но потом мы написали, можно ли молиться во время курения? И нам ответили, что можно. На курение иногда и молятся. На курение. То есть они курением поставили на первое место. Вот человек стоит на улице, а во время курения можно молиться? Можно. А во время моления можно курить? А они, видишь, как перекинули мостами. Это они грамотные, они академию окончили. Первое царство. И сказал Давид Авиафару, я знал в тот день, когда там был Доик и Думиянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Больше 70 священников убили. А он видел, что он чужой. Давид предчувствовал, что этот человек может сделать большую пакость. И все 85 душ священнических, что погибли от ярости царя Саула. Давид приписывает себе, что он не обезвредил этого сексота вовремя. Цените батюшку, пока он еще жив. Мне дал Бог большой талант оценить человека при его жизни, а многие любят только мертвых, как писал Пушкин. Сейчас у меня комендант-эконом Надежда Павловна Егоренко болеет сильно, за церковной стояла горой. Что бы ей ни задал, куда нужно пройти, пригласить, она всегда успевает сделать. Была у меня тетя Тоня Бакланова, у нее было тонкое предчувствие происходящего, я ее всегда брал с собой. Поездки, куда еду, с собой беру. Где бы ни беседовали, она помощь окажет потом советом. Слово «заранее» встречается в Библии всего один раз на 77 книг. Случайно ли это? Значит, есть какие-то другие слова, заменяющие его, от Луки. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать. Знание наперед туманные еще притчи. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Нет прозорливых, не знают, где соломки подослать. Вот тетя Тоня, интересно, приехали молодые, мать послала, говорит, он сватается, ну ты и съезди еще в Барнаул к дяде Игнатию. Он как скажет, значит, тогда так будем свадьбу играть. Отец Николай у них там послал из Прокопьевска. Они приехали, я поговорил, разные люди, но я себе не доверяю. Вот я когда пишу характеристики, меня просят, я узнаю, кто родные, близкие, друзья. Человек 7 пишут характеристики, но я потом все вместе, это, говорит, компиляция. И сам что чувствую. Характеристики с проглядом в будущее. Так и здесь. Я тетю Тони только привел их туда. Минуты прошли, она вышла и говорит, а что ты их привел-то сюда? Да, потому что смотреть нечего, они совершенно разные. Женщина, у которой 4 класса образования было. И когда меня судили, а это, представь, у меня 2500 часов слушать только насчитанные. Единственный человек, который все пленки прослушал, только она одна была. Она. Ей это дано было. Она никакая, она много претерпела, она тайная монахиня была. В моем доме она пришла в церковь. Ну, отдельные были катакомники, как говорят. Муж ее выгнал из дома, она бежала, убить ее хотел. 4 детей она там оставила, 2, кажется, и до детей больше не допустили. И она все это понимала. Вот какие мне люди встречались. Притча, не хвали завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Если бы у детей было хотя чуть-чуть предчувствие, что будет с ними в будущем, если отнять сегодня от них старшее поколение, которое не зазирает. Вообразить страшно, началось бы всеобщее изнасилование до люльки. Конец света, как перед потопом. Начались бы убийства. Мне часто приходится слышать не только по отношению к себе, но и по отношению к лагерю. А мы думали. То есть люди ошиблись, разочаровались в том, что предполагали увидеть. Начинаем проявлять. Что же за обман мы сотворили с ними? Я вам обещал, что лагерь православный. Выполнил ли я обещанное? С утра до вечера тут и разговор, и воспитание по православному, и молитва по уставу, и вовремя. И посты соблюдают все. Обещал, что лагерь трудовой. Пилы у меня не ржавеют, топоры блестят, тяпки всегда наточены. Траву рвем и в огороде, и в лагере. Обещал я вам строгую дисциплину. Тут нельзя ни драться, ни обзываться, ни воровать, ни материться. Строгость означает только одно, что здесь полная защищенность детей. Никто над никем не будет издеваться по своему произволу. Я приду 2 раза в день и разберусь по правде. Накажу виновных. Крапивы еще хватает, слезы ваши не высохли еще со вчерашнего. Вы вон как широко улыбаетесь мне при встрече. Меня уважайте. Я вас берегу, особенно девочек, к ним даже пальцем нельзя прикоснуться. Это достояние и сокровище наше. В отдельной комнате наказываю, и специально назначен человек выметать обрывки крапивы этого массажного аппарата. Дети, лучше вам стало, чем в первые дни, когда вы подряд все матерились и дрались? Встань, расскажи, да не обманывай. Действительно ты доволен? Мальчишка улыбается, сам красный, как арбуз. Вот из верующей семьи приехал, уже на 3 буквы тут же послал в первый же день, а сам ниже рукомойника ростом. Сразу же пришлось драть при отце или домой его поворачивать, Екклезиаст. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. У нас есть пункт в деревенском уставе, против которого выступали некоторые, а там сказано, чтобы просить благословения на каждое дело у священника и на отъезд, и забунтовали. Что, у меня своего ума не хватает? Пошли к Славе Старкову на исповедь, доигрались. Эти люди стали без благословения поступать и потеряли сразу и землю, какая у них была. Отношения нарушили окончательно, стоят соглашенными или вообще уже его деревни их нет. А против кого бунтовали, к тому их земля по документам на законном основании перешла, к Игорю Барабашу. Для чего я говорю о делах деревенских? Некоторые начинают умничать и хотят, чтобы им я, как в добротолюбии, написано, такие же заумные вещи наговорил. Это так просто. Я сейчас приду на тот язык, и ты будешь спать. Для меня самое важное, чтобы ты полюбил Христа и Слово Божие, и чтобы оно было живым для вас. Не просто буковки, но Слово живого Бога, и живое оно было и руководило евреем. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерение сердечное. У меня нет предчувствия, чем какое-то дело может окончиться, и я сразу же обзваниваю всех друзей и прошу их помолиться. Дома бегу к батюшке и к маме. Она тоже идет ко мне посоветоваться. Ищу доказательств всему малому предчувствию. Не знаю, чем суд окончится, купим ли дом для молитв, стоит ли ехать. Тревога бывает сильная, и Бог отвечает, и еще ни разу не было, чтобы Создатель нас покинул, не ответил. Предчувствие, знание наперед должно быть и в сельском хозяйстве. Год будет засушливый или дождливый, где сеять, в болоте или на бугре. Вот вы посели 30 суток чеснока, и опилками укрыли от мороза все поле, и это не помогло. Снега не было, а все перемерзло. Огромный ущерб, а было бы предчувствие, этого бы не случилось. Притча. Розги и обличения дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери, Ефесянам. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Чтобы дал Бог духа откровения, духа предчувствия. Волхвы пришли к подкровению, пошли другой дорогой, и Бог покажет. Это нужно предчувствие, с кем ты будешь знаться. Видно, что на пленку не вошло, переворачивало, дальше нет. Оборваны эти занятия. Все. Ступай, встречай батюшку. Он березовку сегодня везет.